24-я задача из кванта. Докажите, что любую дробь m и n, которая больше нуля или меньше единицы, можно представить в виде... В виде суммы аликвотных дробей. Причем даже не любых аликвотных дробей, а в виде суммы аликвотных дробей, где знаменатель каждый следующий делится на знаменатель предыдущий. Я прав? Да. Андрей, а какая это задача? 24-я. 24-я из кванта. Так, значит, и Q. Это делится на Q. Это первое делится на... Каждое следующее число, которое в знаменателе, делится на знаменатель предыдущей дроби. Да. Вот. Отлично. Ну, разделим, ну, n у нас, очевидно, больше m. Больше, есть, больше. Есть знаменатель больше числителя, конечно. Вот. Разделим n на m с остатком. Пусть n это у нас... M, где R меньше, чем N. Согласны? Да, R меньше, чем N. R меньше, чем M. M. Да. Да. Мы сейчас будем вести индукцию, кажется, по числительной дроби. Ну, хорошо. Вот. Ну, тогда M делить на N можно представить как одна... k плюс 1 плюс 1k плюс 1 умножить на некоторую дробь. Похоже, что это будет... Ой, нет, нет, ну вы как начинаете сразу с результата. А давайте я объясню это. Надо взять вот это равенство и разделить обе части на n. Тогда у нас здесь будет единица. А здесь будет что? M разделить на N, что там? Умножить на K плюс R разделить на N. Правильно? Я вообще не так делаю. Нет, ну, нет. Я хочу объяснить, откуда взялась 1 K плюс 1. Потому что иначе для народа это просто шок. Почему там взяли именно K плюс 1? Вот, объяснение такое. Когда R разделить на N сюда, то получается 1 минус R разделить на N, это есть M разделить на N умножить на K. Согласны? Что это означает? Это означает простую вещь, что m разделить на n, оно меньше одной капли. Точно? Ну, потому что это меньше единицы, понимаете? Это меньше единицы. Вот. Но, с другой стороны, оно больше или равно одной k плюс первой. Это я тоже легко могу объяснить. Потому что, смотрите, как это неравенство по-другому записывается. Как n меньше или равно, чем m умножить на k плюс 1. Понимаете, да? Но m умножить на k плюс 1, это mk плюс m. Это mk плюс m. А здесь у нас с вами mk плюс r. А r меньше, чем m. Так что это больше, чем 1k плюс 1. Согласны? Да. Вот. И поэтому он берет именно одну k плюс первую. Ну а дальше? Здесь пишем такую вещь. Вот. Вроде так. И тогда... Не, ну это надо проверять. Это вообще так или не так? Вроде так. Сейчас. Вот если мы это подложим... Я просто не верю в это. Сейчас. Не знаю, по-моему, это просто неправда. Это правда. Не, ну, Андрюш, ну, здесь смотрите, чего бы это? N делить на k плюс 1. Да. На n k плюс 1 плюс m минус r делить на n на k плюс 1. Ну, соответственно, так вот это m k плюс r. Значит, это у нас m k плюс m разделить на n k плюс 1. Сокращая на k плюс 1. Закройте. Сокращая на k плюс 1, получаем, что это m делить на n. Ну, убедили, уговорили, да. Вот. Ну, а теперь заметим, что мы получили новую дробь. Числитель стал меньше. Да.
Поэтому для нее предположение индукции верно. База индукции понятно. База индукции это одна кт. То есть здесь m равно единице. Да, да, да. А теперь мы можем это как-то разложить. Ну и все. И домножите, и получится как надо. Домножим, то у нас получится, что все большие кошки делятся на P1. Спасибо. Одна n, то это всегда возможно сделать. Потому что у тебя r есть равно единице. А когда ты переходишь переход? А переход у нас такой. Да. M делить на n равно. Значит, вместо q1 мы вставляем k плюс 1. Uh-huh. А вот если мы это разлагаем, например, 1 делить на k1 плюс 1 делить на p2. Это не обязательно простые, это неправильные числа. 1 делить на p. Обязательно простые. Вот то. Вот m делить на n у нас разлагается как? Значит, q и t у нас будет равняться p и минус первое умножить на k плюс 1. Вот. Извини, можно еще? У вас m минус r. M минус r, да? Когда ты делишь на n, у него же там осталось отделение m минус r на n. Не обязательно, чтобы там r или r. Смотри, я делю n на m состав. Да, отлично. Ну, а вот число, которое сверху, смотри, ты сказал, что m минус r делить на n, ты можешь разложить. Ну, понятно, да. Потому что это меньше число. Да. Но почему там будет ровно r чисел? Я... А, ну не r. А там не обязательно r, да? Там, да, там какое-то число s, допустим. S. А, хорошо. А тогда вот в разложении этой дроби у тебя будет s плюс 1 чисел. Но я предлагаю такое разложение. Вот это плюс, собственно, 1 делить на k плюс 1 на p1 плюс 1 делить на k плюс 1 на p2 и так далее. И тут будет r чисел. Когда у тебя вот это делится на это, да. А вот это ты можешь вынести одну k плюс 1. Не, я понимаю, что они делятся. Я просто не знаю, там будет ровно r чисел. Я просто ты же сказал, что по условию. А почему тут r чисел? Ну ты же сказал. А мне важно, какое их число. Нам не важно. Для любой дроби существует разложение. При этом длина этого разложения зависит от дроби. Нам не дано с самого начала число r, то есть мы можем его сами выбирать, как хотим. Если дробь с числителем 1, то будет только одно слагаемое. А то, что там остаток такой же, как и. Количество слагаемых. Это бред. Это так? Это просто? Нет. Вот, все. 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 Вот, все. Все.